Я всегда думал, на самом деле, по поводу большинства фонограмм, которые я слушаю, музыки традиционной, так скажем. И удивляюсь, то есть мне не совсем понятно, почему люди не используют так называемый фантурный фон. Вот, то есть сама по себе музыка, она всегда на большинстве фонограмм, она выглядит как студийно. То есть пришли музыканты в студию, записали при полной тишине. А музыка, она же живет в природе, в окружении, в атмосфере. Вот почему, например, сейчас в метро играет, да, вот этот вот шум сам по себе, он как бы создает некий нойз, который поддерживает базу. И если просто записать музыку, то она всегда выглядит мертвой. А вроде бы я играю на мертвых инструментах, а при этом создается эффект жизни. Потому что нас все время окружает постоянный шум какой-то. У нас нет тишины, как будто. Ну, это я так. Просто, извините, конечно.